Вы к нему родители учителя были, да? Да. Родители учителя. То есть они к театру и к сцене не имели отношения? Ничего. И что должно было произойти с этим маленьким, крошечным мальчиком, который начинал уже тогда руководить детьми и что-то ставить? Это все правда. Да? Да. Ставить в детском дети, саду, в школе? Каком у нас во Львове на третьем этаже? Что там должно такое было произойти и переключиться, когда этот мальчик заболел? Ничего, мальчик не заболел. Не заболел. Потому театром? Что мальчик, когда ему было 7 месяцев, и мама приходила 2 раза в оперный театр на Травиату Верди, и когда звучала увертюра, там фантастические скрипки, я так начинал биться и так хотел быть в этом театре, что она дважды уходила. И она говорит, тот первый крик, она говорит, это всегда мама должна помнить. Первый крик ребенка. И говорит, мне показалось, что та нота скрипок у Верди, это был твой крик в эту же ноту. Я потом это на могилке Верди. Мама просто любила оперу, любила музыку? Конечно. Любила? Ну, конечно. Чего ж бы она пошла, она же хотела, увидела, чтобы ребенок напитался, знак, да? Напитался этим, понимаешь? Нет, она это понимала, эти вопли изнутри, когда ребенок все-таки ненормальный, понимаешь, он же не успокаивается, а все время ему так хочется в этот мир, и он так радуется, что придет в этот мир. Понимаешь, и потом меня никто не спрашивал, и я просто собирал, причем я ставил все то, что видел во взрослых театрах, это была и «Пиковая дама», я ставил, и «Сильва», «Марица», то, что видел в оперете. То есть для меня не было границ, а тем более, что у меня... А что вы видели? Вот вы видите чужой спектакль, поставленный кем-то. Почему вы решаете его поставить по-своему? Что вы в этот момент видите, что там происходит в голове? Я ничего не вижу, я только слышу эмоциональные посылы, которые идут от оркестра, от музыки и от артиста. Все. И я собираю ребят и говорю, вот, ну, допустим, это «Пиковая дама», ты вот дама, а ты вот этот самый Герман, я даже не знал, что 2Н надо, я это, конечно, не читал ничего. Потому что это не имя, фамилия. Ну, понимаешь, понятия не имею. И все, вот я напевал, они запоминали, в крики, вскрики, все, канавка, она бросается и так далее, и так далее. Понимаешь, и настолько дети в эту игру верили, которая создана твоим воображением. Я не копировал то, что я видел. Никогда. Вам, по-моему, всегда было вообще наплевать, по большому счету, когда вас обвиняли в эстетизме. Да какой излишнем. Эстетизм? Да это все глупота. А когда ругают, потому что понятно, что не всем доступен язык Романа Викцюка. Но я понимаю, мы уже можем так сказать, ну, солнышко, правильно? У вас свой нужно язык. Все-таки, понимаешь, тогда мы были же изолированы от всемирной культуры. Был изъят Мейерхольд, был изъят Таиров, потому что это те открытия русского театра, которые потом осваивал весь мир. И когда приехал французский театр «Комеди Францез» и НТП Жан Вилляр, они говорили, что вы нас хвалите, это вы должны быть благодарны, что у вас были такие великие. Им говорили, тихо, тихо, не произносите фамилии. Не дай бог. Все! Пришло время в 91-м году, да, когда вы решили создать свой театр, театр, да, Викцюка. Что уже такое случилось? Потому что... А он уже и был до этого. Я еще помню прекрасные времена, когда Роман Григорьевич Викцюк, извините, что в третьем лице, назначал одновременно 2 репетиции на одно и то же время не просто в разных театрах, а в разных городах. Нет, я снимал фильм в Одессе.
а современники вы, ставил, и в Амхате каким-то ставил. Каким-то образом вы должны были быть одновременно в одно и то да. же время. Да, и говорил артистам, сейчас вот меня сейчас вызывает, буду. Например, Волчок Галина Борисовна, и это все же были и Ниёлова, и Ахиджакова, и Гафт, это все же удивительные артисты. Но с Райкиным то же самое повторялось, и пиджак я оставлял, и уже была машина там, и через 2 часа я был в Одессе, и там то же самое я говорю. Так, вот помощник мой, я говорю, быстро дорепетируй эту сцену, эту, я сейчас приду и буду внимательно все смотреть. Что я уже это летел. Авантюризм или это не обязательно? Нет, это желание доделать все то, что бы ты мог сделать. И знаешь? Только. А другого создали ничего нет. Создали свой театр. Ну, я понимаю, что он уже, по сути, да, был. Он-то сейчас... был и до этого. Да. Ну, в каждом же театре на Таганке это был и Певцов, и Демидова, это была Федра, в Амхате, в «Современнике», в театре Вахтангова. Понимаешь, это уже была такая мощная группа. А еще же на телевидении снимал, как «Игроки Гоголя», где лучшая десятка 20 века Гафт, Калягин, Терехова играли в этом гоголевском магическом спектакле. Как артисты воспринимали, ну, вы сейчас назвали Вахтанговский театр, зная, что по большому счету, да, это театр, где, куда не берут со стороны, только чужаков не берут, берут только выпускников Щукинского, ну, театрального, конечно, училища. Когда приходит туда такой режиссер, как Роман Григорьевич Виктюк, совсем с улицы и совсем не имеющие... Какой с улицы? Я тебе дам с улицы. Для них я имею в виду. И не со служебного входа. Нет. Не имеющие отношения к Вахтанговской школе. И тут же, когда с тобой рядом Сережа Маковецкий, который со мной сыграл 7 своих лучших главных ролей, когда Людмила Максакова, народная артистка, сыграла... Боже мой, тоже, по-моему, 6 или 7, и сыграла Анну Каренину, и теперь прошло время, и я утверждаю, что она была лучшей Анной Карениной. И, прелестная была, это правда. Понимаешь? Это правда. И тут же Яковлев, Ульянов, которые меня обожали, и я с ними же поставил несколько спектаклей. А те артисты, с которыми вы не поставили, могли ли они вас обожать? Да. А те, которые, может быть, затаились, но они молчали, потому что те уж сильно обожали. Давайте мы сейчас, у нас уже есть звонки. София Торонто, у нас из Канады звонят. Добрый вечер. Это София? Здравствуйте. Здравствуйте, будьте добры, мы видели вас в Питере, еще в тех спектаклях, на качелях. И очень хотели бы увидеть здесь, в Торонто. Хотя бы этот спектакль. Вы знаете, почему вы не приезжаете? Нету афиш ваших на Торонто. Да, вы знаете. Спасибо. Вы знаете, что ну, мы в Торонто были. Мы играли и «Служанки» в Торонто. Это я там не знаю, лет 15 тому назад. Потом мы что-то и другое играли. А в спектакле «Двое на качелях», где впервые в своей жизни на драматическую сцену вышла первая балерина мира Наташа Макарова. Наталья Макарова. Но уже знаете, сколько прошло? Она тогда только перестала танцевать и решила... И тоже, понимаешь, вот... Можно быстро рассказать? Знаешь... Значит, я она, ждала этого момента, когда она заканчивала, понимаете, она заканчивала уже танцевать, и был ее последний, ей наконец разрешили увидеться с мамой и приехать в Петербург. И она танцевала 2 отрывка из балета «Евгений Онегин». Я ее не знал никогда. Ну, кроме знал, что есть такая великая. И вот без какой-нибудь мысли. Я иду на вокзал, сажусь в поезд, приезжаю в Петербург, прихожу с утра к директору театра и говорю, которого я знаю, я говорю, так вот, я буду сидеть, вот та ложа, которая первая к сцене, я буду сидеть вот там с краю. И больше нигде. Он говорит, я бы посадил, но там сидит весь парт Ленинграда. Как вы будете вписываться рядом с партийными? Не дай, конечно. Я говорю, пересадите одного партийного, а я буду сидеть там. Он говорит, я не могу. Я говорю, можете. И я прихожу вечером, конечно, у меня там было место. И я вот вижу ее на сцене, а почему мне почему-то надо было тут сидеть? Потому что тут 2 шага, дверь на сцену.
И вот она заканчивает танцевать, я бегу за кулисы, она целует сцену, плачет, поворачивается в мою сторону, потом плачет, опять бежит, кланяется, опять плачет, смотрит, потом говорит, это он, это он. Я оглядываюсь, думаю, кто это он? Оказывается, она уже умер. Игорь Дмитриев, замечательный ленинградский артист, встретился с ней, и она сказала, кто может в России? А я знаю, что это будет только в России. Я хочу учиться драматическому театру. Он сказал, только один человек, фамилия его Виктюк, зовут Роман. Все! Она меня не видела, она не знала и закричала, это он. И когда она уже выскочила еще какой-то раз, она ко мне бросилась. Я говорю, так это я. Она говорит, я знаю. Так когда мы встретимся? Я говорю, хоть сейчас, никуда уходить нельзя. Короче, вот... Представляете, как вы попали, да? Понимаешь? Друг в друга. Все. Вот в эту секунду. И она говорит, что? Подумайте там, сколько вам времени надо? Я говорю, одна секунда. Что бы я могла сыграть? Я говорю, двое на качелях, балерину в американской пьесе Гибсона. Все. Можно я осмелюсь предположить вот одну интересную вещь? Мне кажется, что ну, вот такой ну, талант, гениальность, наверное, творческих людей, она зачастую не просто потому, что она дана, а потому что у них открыты другие каналы информации. Ты совершенно правильно говоришь. Правильно, и значит... мы общаемся, ой, я не про себя, но вот эти люди общаются через этот верхний ряд. Не вот этими, не с ними. Никогда в жизни. А есть те фибры и нити, которые там сплетаются, расплетаются, и тогда они охватывают не только тебя, а всех вокруг. Эрик Курмангалиев, ну, мадам Батарфей. Беда вся в том, что Эрик Курмангалиев, который играл, он умер. Метлицкая. Год тому назад. Метлицкая, уникальная артистка. Ее уже нет. Маша Зубарева. Машка Зубарева, ты помнишь? Машка моя сокурсница была. Да что? Маша была моя сокурсница. Три вот человека. Так что из спектакля три человека. Я в ГИТИСе пытаюсь уже на протяжении стольких лет на курс взять парня, который бы мог хотя бы приблизиться, да, приблизиться к, этому. Нет, к сожалению. Поэтому, ну, будем надеяться, что возникнет. А с Нуцией мы действительно, Эдит Пиаф, она играет фантастически. И буквально вот через месяц новый спектакль, который называется... Как называется? «Любовница любви». Это я придумал. Я запомнил любви. Мы будем играть в Тель-Авиве. Так что у нас постоянно... По миру есть вот эти десанты, когда мы опускаемся на землю, но не возмутители спокойствия, а наоборот, когда мы поднимаем какой-то вихрь, который в душах людей дает все-таки радость и покой. Знаете, потому что в финале спектакля публика хлопает не артистам, а себе. We'll be right back.